Всех приветствую, кому впадло, ребятушки. Влад впадло имеется. World Dota на экране. Никс тоже есть. Так, ну честно, хочется очень сильно поиграть на Никс Ассасине через силовую структуру. Блять. А вам я желаю приятного просмотра. Обязательно ставим лайк, поддерживаем видеоконтент Владислава впадло. Подписочкой, лайком и комментарием. Так, кстати, Миша с меня снял первый пик. Вроде как сказал, что вернет. И я был последним. Это на самом деле такое странное чувство, когда ты последний пикаешь. Я его реально уже подзабыл. Вот вопрос другой. А чем мне урон-то наносить? Ну и по идее вся суть сводится к тому, что я должен разогнать свой хп и быть таким псевдокастером. Псевдокастером, но с кучей хп. Ну, по идее, все по стандарту. Сбраси-ка шмоточку, тарасочку. Ну, база основа, да? Получается. Ну, радиансик. Может, маг криты какие-то еще зацепить? I don't know. Hello, bro. Видели, да, вот эту? Папа нам не все-таки пару игр-то играл в этой жизни. Так, ну за максимум же наш станчик от силы. Пока, конечно, какого-то гипербюста мы не имеем от этого. Давайте возьмем тапок. Может, сик сейчас все взять? Сик, на самом деле, недооцененно хорошая шмотка. Второй возьмем. У нас там рано он качается. Стик, вот стик, да, вот вроде мелочь. Но пока в тебя спамят. Какая-то манка, вот которой манки особенно. Ладно, хп. А вот манки, которой не хватает. Ой-ой-ой-ой-ой. 400 маны, у тебя пул, ну, практически сколько он там генит. 10 зарядов по 15. Это же много. Ой, братульки. Блин, долго за ним буду бежать. Ладненько. Как-то он на быстрой ноге отбежал. Еще, наверное, БМ какой-то хочется взять. Будем ковырять паука тогда. Сам пока тратить не буду. Вдруг сейчас какой-то противный герой подбежит, а мы его вместе со станом так бэм и убьем. Хорошо. Тут, наверное, кто-то есть. Не, никого нет. Никого нет, никого нет. А мы на данный момент считаемся универсалиссимусом, да? Ну, это приятно, конечно. Вот тоже вопрос, как правильно раскачиваться? Нужны ли маг-криты? По идее, нужны. Мы как раз имеем два магических спала, по идее, которые мы хотим спамить. Плюс у нас есть сброс КД на первый. Он у нас как бы идет от силы, которую мы раскачиваем. Сэншкай, это тоже звучит неплохо. Блин, ну, на самом деле, наверное, это какой-то миксованный керри-танк, что ли. Вот тоже, я вот всегда вот думаю про тапок. На самом деле, в этой кастинге сейчас выгоднее гвардианы делать, ну, больше, чем что-либо. Почему? Потому что тут из-за того, что урна появилась, люди начали ее спамить, да, то есть покупать. А гвардианы — это шмотка, ну, которая на статье тапка идет. Ты себе в любом случае, ну ладно, я уже ПТ соберу, но я вот задумался, ну, я просто именно задумался только сейчас по-хорошему об этом. Вот, и по-хорошему. Вот, смотрите, вот маны нету, да?
То есть по-хорошему, я не мог бы его застанить. Мужик, ну я понимаю, конечно, что ты... Это было идеально. Он обиделся. Опять же, не было бы этих стиков, не было бы этого килла. Из минусов он сейчас вернется ко мне. Надо уходить. Ага, вот он. Мы же умираем. Вот я сейчас думаю, первая шмотка. С одной стороны, хочется купить какой-то БМчик. С другой стороны, первую через брасер. Также Сенш. Кая Сенш очень нравится. Как будто. Да, надо начать с ХП. А, ну Джаггера мы вообще поимели, прям джекпот. Поэтому вообще насрать. Так, это закончилось, он побеждает. Мана, скорость передвижения или урон? Да, лучше маны, которые и так мало, в принципе. Наверное, да, мы берем вот так. Берем вот так. То есть, что мы, получается, сейчас, наверное, вот это разменяемся на ману. Ну, на хп, там, на манку. Так, у нас получится какая-то шмотка, которая бёрстит нам хп, плюс вторая шмотка, которая бёрстит нам чуть-чуть урон, чуть-чуть тоже хп, и с уроном. Не забываем, это все-таки магический урон. Магический урон. Плюс у нас вот именно из-за вот этого отражения, мне кажется, что почему-то должен быть БМ в пуле. Но если БМ сейчас купить образно, да 2-300 денег на самом-то деле, я его не быстро куплю. А тут уже надо будет реально купить радик. Возможно, даже вместо Кая Сенджа надо будет купить радик, а потом только Кая Сендж, кстати. Наверное, так мы и поступим. И только потом у нас идет Тараска. И только потом уже мы будем что думать. То есть, опять же, тут Джаггер вот этот крутящийся, ну, неприятный. Которого вообще не постанешь по-хорошему. Вот сейчас, как мне его фармить? Абсолютно непонятно. Так, у нас упор идет еще раз. От здоровья. То есть здоровье по-хорошему тоже хотим качать. А реген мы хотим качать? По идее, мы реген хотим качать. Станчик пока такой. Нам надо левел. Нам надо левел, нам надо майнд наш тоже раскачивать. Очень много урона. Попробуем ветку здоровья. Короче, мы вообще, наверное, на фулл силе останемся. Потому что, ну, а почему бы и да? Да, под регенкой пофлексим. Все скиллы поспамим просто. Ну это ожидаемый вард на самом деле. Очень-очень ожидаемый вард. Сейчас попробуем его словить на карапасах. Блять, чё, в стенку ударился. И вот они мои стики. Вот они мои стики. Второй раз уже мне помогают. Так, тут у нас Джаггер идет. Но с маной явно есть проблемы. Тоже вот эта вот шмотка очень дорого стоит. Ну, то есть рецепт 1200. Прям много денег. Я забыл вообще, поставил я запись или нет. Хорошо, что я на автомате тоже делаю. Ну, у нас, в принципе, Soul Ring есть, поэтому... Нет резона сейчас вот этим заниматься. Но он нас не догонит, поэтому... Да, регенку. Даже лучше.
Вторую руну еще заберем. Ну и пойдем ему лицо разобьем. Схаваем его под двумя рунами. Так, ну давайте еще скорости возьмем. Сейчас в силу еще уйдем. Из минусов он сейчас, скорее всего, захочет пойти к нам. Мы не хотим, чтобы к нам кто-то шел. А, пипочку забрали, хорошо. Ну сейчас надо шмотку дофармить. О, Радик, мы очень долго прям фармить будем. Наверное, почаще скиллами пользоваться. А то такими темпами вообще никогда фарма не будет. Давайте замутим молодого человечка. Явно неадекватного. Кстати, возможно, надо было вот это брать. Но мне не нравится то, что от маны она бьет. То есть, ну, от маны это не то, что я хочу получить от этого спыла. Так, вообще по-хорошему надо вообще все лобби мутить сразу. А потом уже о чем-то думать. Честно, проблема. Может кто-то там и нормальный, и адекватный, но зачастую люди просто спамят маты или орут, когда их убили. Ну, то есть, ну, для меня это странно, глупо и ненормально. Урона еще не хватает. Кстати, скорость-то решает вопросики. Та скорость, которую мы только что добрали. Там все лобби на меня уже генхотряд решил сделать. Ладно, у меня чуть-чуть мониторчик отрубился. 39 секунд осталось. Ну, это радость. Уже не хочет на меня нападать, понимает. В принципе, даже с помощью уже одной шмотки Soul Reaver'ной уже, в принципе, урон появился по крипам. Поэтому все довольно-таки хорошо. Руны вообще лутаем. Просто на бесконечном уровне. Кстати, успеем его убить. Блин, одно дерево, за которое он зашел, я его уже не убиваю. 5 брони под восстановление, скорость передвижения или... Мегапачка чипсов Лейс. Не, наверное, голды возьмем. Мегапачка чипсов Лейс. Но по факту очень хотим дойти до голода таланта, где у нас может скидываться импейл. А так. Ну что, мы дойдем. Мы по-любому силу должны качнуть. То есть мы сейчас берем отражение 60% увеличение под карапасами. Блин, единственный джаггер проблемный. Потому что он еще ЛВК играет, ну, на гейском. Сейчас урну еще купит для подтверждения. Ну, тоже это как бы вроде не особо глобал проблем. Что у нас там осталось? 800 голды. Ну, 3000 хп. Мы, не забывайте, сейчас еще тут выйдем. Какая-то красного, желтого, свинку, пепу какую-нибудь. Чуть-чуть быстрее Радик. Вот чуть-чуть быстрее Радик бы сделать. Спасибо, братик. Очень нужная смерть. Точнее, килл. Реально очень-очень нужная. Нет, так не убью.
Блин, из прикольного они всем лобби на меня летели. Ну, некор просто шел, стардал, летел сюда, а скаймах тоже там был, вышло 3 из 4. Надо что-то пофармить. Кстати, сюда опять идет, но у меня ульты вроде нету. Не факт, что я его даже убью. Еще братки возьмем. Кстати, на них не работает. Снова отдавать. Ладно, придется походу. Ну как неудачно он вышел. Дай мне руну регена. В натуре, в натуре. Подкрутил. Но это было сильно, ладно. Так не должно людям вести, я считаю. Так, ну все, радианцы, в принципе, есть. Сейчас еще его докупим. Кстати, видели? Impale Bams. И есть опять. Только что потратили. Ладно, я, наверное, сейчас их загрю, пойду радик возьму. И тарасочку вначале взять, а потом уже эту шмотку. Сейчас реально очень много решается. Дабл станчик. Приятненько. Надо не забывать, что он вообще может прокнуть. Рунка. Агрим этих. Агрим этих. Выводим ко мне. Всех застанили. Вниз уже не пойдем. Этого забираем, этого забираем. Наверное, надо было взять талантик. Он неограниченное количество раз будет возвращать. У-у-у. То есть мне по-любому БМ хотят, да, чтоб я купил. Неожиданно качнул и чуть-чуть затупил, конечно. Ну идем хорошо, прям киллов много. Неограниченное количество. То есть он не станет, он сюда отдает вот эти 60%. Блин, ну как будто еще больше. Если против физа драться, то БМ 100% хочется купить. Или его вжимать надо? Понятно. Пошел за штардаром и никого не нашел по итогу. Успею я сагрить? Ну этих я успел сагрить. Бэм. Так, ну идем уверенно прям.
Надо теперь аннигилировать дальше. Ой, хорошо. Ой, всю пачку схавали. Так, вот с одной стороны, тут у ХП и броня. Тут скорость, ловкость. Ну тут броня и 7. Еще плюс. Ну, удары мне не нужны. Наверное, мы берем, да, крегик. Давай, братик, слардарчик, оформи эту дурочку. Ну, блин, у него ХП очень мало, полторушка. Он сейчас крутилки начнет. О, хорошо. Давай. Хорошо, он выживет убитого. Стан. Хорошо. Делай. На, дурачок, лови. Вкус победы. Так это вообще супер. Даже супер хорошо, что он ливнул. Ну, не ливнул, он проиграл. Это супер хорошо. Наверное, сейчас Тараску доделываем. Потом уже... Хотя тут осталось, на самом деле, типа, вообще по понтам уже, блин, 100 голды. Но, наверное, Тараска сейчас выгоднее будет, ультра выгоднее. У нас единственный сейчас прикол, это вот этот магический Скай, да? Такая некая мини-проблемка наша. Как я вот, я вообще вкопался вот, да, и просто могу двигаться. То есть я просто двигаюсь, да, в этой штуке. Кстати, очень хорошо, что мы в итоге... Реально, через первый успеем, кстати. Два раза подряд. Через второй реально мы смогли убить. Если бы не было этого второго, мы бы вообще никак не убили. Ультра хорошо стакаем сейчас. На синенького загрится. Да, вот уже чувствуется некая проблема с тем, что реально не хватает хп регена. То есть 22 регена уже реальная проблема. Ну, я что-то затупил. Я хотел ультануть, ударить, и в итоге, ну, короче, понятно, что я сделал. Как бы ничего уникального и проблемного я не сделал. Вопрос другой. Хочу ли я урона заклинаний? Нет, наверное. Скорость при активации тоже мне не нужна, да? Как таковая. Короче, я тогда беру сейчас, докачу силу, беру это, и начинаю два магии беру, и просто по максимуму раскачиваю ветку, которая... Не хватает. Ой, бля, я в этот, в клиф попал. Просто тупо в клиф попал. Что-то как-то тупо я играю. Вообще не выживаю, прям урона ультра много. Надо сапра какая-то уже магическая. У меня не хватает хила моего, я не успеваю просто добить эти 1800. Потому что я на каждом споте кого-то встречаю и приходится с кем-то драться. И это проблема. Я, то есть, вначале как-то левелапался, а сейчас я чуть-чуть начал очень сильно проседать. Стандарт, кстати, наоборот. Его я тоже схаваю. Ладно, отстань. Я не могу его просто перехилить. Просто тупо не могу его перехилить.
Вот это закончилось, братулик. Хорошо. Раз, два, три. Кто-то есть кстати? Опа, попался. Больно бьет. У меня мана, да, маны не будет под вторым диапазоном никогда. Это проблемка. Проблемка, реально. Это есть проблема. А как я без маны буду играть? Интересно. Он еще и забрал двоих. Блин, ну вот самое не кайфовое сейчас со Слардаром пойти в PvP. Хотя ты по-любому против Undying будешь, но Undying это тоже проблемный. Он супер ультра хорошо хилится. Прям сейчас. Бля, ну это жесть. Он, бля, ману просто мою насилует. Бля, ну как-то... Как надо, блядь, ну не убежать. Бля, мана, мана, где моя мана? Верни мне мою ману, козел. Бля, вот это, конечно, очень проблемно. Вот когда ты играешь на силовиках, который спамит скиллы, тебя можно просто забеймить только одной. Вот именно всего лишь одним. То, что ты просто... Не знаю, стоит ли мне еще сопры добирать? Наверное, да. Наверное, да. Давать не будем, положу в тайник пока. Наверное, да, но, блин, это очень тупо. Почему у Некра, допустим, на ХП идет, а у Никса на мане? Каким образом мне эту ману взять? Вот человечек с гиперскоростью просто взял второй диффуз. Что мне от него взять? Бегать от него? Наверное, придется бегать, бить вообще нельзя. Ну, вот не так. Еще не поставил 100% на эту. То есть там сколько бьется? 40 маны. 40 маны. Может даже больше там как-то оно считается еще плюс. Ну хорошо, ну алебарду я куплю, да? Грифсы надо по-любому купить. Чтоб как мимо медальку скидывать, да? Хорошо, ну наверное тогда и грифсы купим, да. Блин, если это сейчас Слардар, это вообще тильт будет. У меня даже на себя маны просто не хватает. Ну, типа, просто спамить ее чуть-чуть хотя бы. Хорошо, два раза еще так берем. Бля, мана это вообще проблема. Я еще с ним дерусь. Тут еще кто-то есть.
Вообще, да, никак. Это, конечно, жесть какая-то. Еле-еле каким-то чудом я сбрил их. Просто на совпадениях. Но, конечно, с таким уроном я вообще его никогда не пробью. Или барда мне нужно только на одного стардара тоже, как бы. Баки нужны. Короче, единственное, что я понял, меня не страшит абсолютно никак уже петушок. Это 100%. Раз. Ну все, пошли уже регенку качать. Сейчас дай бог регенку хоть как-то, хоть чуть-чуть еще раз качаем. То есть у нас есть реально варик хотя бы 3 таланта туда еще вкачать. То есть вот сейчас еще один. То есть хотя бы до 10, до 20% дойти уже будет очень хорошо. Угу, вот так. Ну хер, он еще и БКБ купил. Да, ну ты вообще мразота, конечно. Блин, он еще и БКБ купил, боже! А, ну щел, ты еще и БХБ хоть, боже, к этому мразота. Какая же мразь просто. Вот как, вот, и понимаете, насколько бы сейчас легко было, если бы мой герой просто не зависел бы блядской маны. Ну, то есть мне бы было насрать на ману. А сейчас есть реально шанс, что я просто проиграю. Потому что в Некра я вообще не пробиваю. Я еще купил алебарду, которая мне вообще не дает урона. Чуть-чуть тильт, чуть-чуть тильт. Да какой чуть-чуть тильт? У меня реально тильт сейчас. Меня просто герой убивает, просто потому что у меня есть скиллы на мане. А, если я сейчас не вообще в дуэли окажусь, то это вообще ГГ. Я не знаю, как его от него... Я и не убегу от него никак. О, мой шанс на жизнь. Ну, то по идее, нормально мне денег даст. Хотя бы 700. Я реально в тильте. Типа все в принципе более-менее нормально. Но просто вот эта ситуация с этим типом, это просто жесть какая-то. О, спасибо. Миша, спасибо. Подкрутка дал. Все, по идее все, уже не догонит. Ну если только он свинью не найдет сейчас. Это еще ультра тильт будет. Токторин, да, какой-то хочу тоже. Есть шанс вообще, что Некер его убьет? Ну, кстати. Против Слардариуса, вот этого противного. Одно из лучших, реально, что можно купить. Хотя вот этот форставок тоже имба. Но это прям жизнь, которая мне может дать. Мне надо гварды, гварды. Я опять не поставил? Пиздец. Бля, ну теперь надо думать. С одной стороны, можно Апекс купить, как бы. А, ему мана не нужна. А, ну он ему не вычислит столько маны, потому что у него реген 483. Ну, не, если он умирает, а он по-любому уже, да, умирает, то мне надо, наоборот, урон. О, может, не кров купить? Ну, шмотки вообще кал.
Ну, так возьмем. Тут типа 25, тут 30% броня какая-то. Плохо, конечно, шмотки, как всегда, мне не дало. И еще у меня алебарда не нужна. Вообще не нужна алебарда. Это прям вообще от слова совсем не нужна алебарда. Что мне нужно? Хорошо. Надо какая-то возможность их убивать. Какая? Что мне дальше? У меня есть слоты. У меня есть два слота. Тапок бы сейчас вообще шикарно. Или апекс. Ничего-нибудь, что хоть одна шмотка, которая дает силу. По идее, проблема только с этим кентом на некре. Он очень такой противный, и его реально сложно убить. Еще у Миши это видел, как бы там реально очень противный его удар. Магической урон мне не хватит. Честно, вообще впадло убить. О, братанчик, я даже не буду пытаться. Какой ты вонючий. Он уже настакался просто очень много. Да, я с таким, если вот с такой это я не выживу. Но если вот так закопаться, в принципе. Есть какие-то пассивки. Проблема то, что он от меня теперь не отстанет. Можно попробовать сейчас на ульте попробовать убежать просто. Просто он не отстанет от меня, это бессмысленно с ним драться. Как его убить-то вообще? Что-то я вообще пока не understanding, как его убить. Маны я его не душу. Урона с магии у меня мало. Мне надо его бить, да? Игра хочет, чтобы я его бил. Ну, по-любому, он в принципе просто бьет магией. От магии у меня защиты достаточно. То есть мне надо как-то его бить. В идеале, наверное, еще и салить мы хотим, да? То есть... А как его убить-то? Рапиру какую-то взять? Криты какие-то взять? Просто урона добрать? Ну, я пока на первом месте, но это настолько шатко и... Я в любую секунду могу быть на последнем месте, на самом деле. О, халявный вард. Если варды ставят, то это гении какие-то играют. Потому что слабые типы не ставят варды, это запомните, это факт. А, блин, ну у него не хп даже, у него типа щит. То есть щит на Шива. Шива не работает на щит, мне не нужна Шива. Понимаю. Надо какую-то шмотку прямо сейчас покупать. Наверное, вторинки тут. Просто боюсь, если я сейчас образно... Если я образно сейчас куплю себе... Ну все, типа же фуловый. И он еще в эту штуку выходит. Чуть-чуть надо скорости бега, да? Чуть скорости бега, это как раз вот эта шмотка очень хорошо мне поможет. Типа, ну там на самом деле на понты.
пробивал, у него еще регена куча. То есть у него помимо всего еще и куча регена, который вообще ничего не могу с ним сделать. Не, вот такими темпами я, конечно, вообще его никак не побеждаю. Угу. Это интересно. Это интересно, потому что понятия пока вообще нет, как убить. Пробить щит уроном, которого у меня нет. И не появится никогда в жизни. То есть у меня не появится просто этот урон. Еще шмотка такая какая-то должна быть. Может просто скади взять какой-то. Ну, 3500 денег. Я еще сейчас дуэлюсь. Уменьшение всех перезарядок. 99 статов. На самом деле неплохо. Тоже 12 ко всем статам. Это можно продать. Я бы... Короче, я, наверное, возьму вот так. От него придется побегать. А ПТ сейчас на что-то заменим. Окей, на что мы можем вообще заменить ПТ? 1400 не хватает, 700 голды. Урна сколько стоит? Урна тоже нам не поможет. 1500 не хватает. Да я не знаю, честно. Я правда искренне вообще понятия даже не имею, что мне надо купить. У меня вообще нет как будто возможности даже его убить. Ну, то есть он реально просто... Ну, скорее всего, я так и выпущу. Но я искренне не понимаю, что на него надо купить. Очень, очень сильно. У него реально хп-реген больной вообще. С таким-то КД еще. У меня регена мало еще. По факту, это единственный шанс, когда я его могу убить. Но он вот сейчас прям это делает. Все, он дальше вырегенивается. Ну, да. Можно попробовать от него побегать. Наверное, сейчас будем пробовать бегать от него. Просто скрываться от него по максимуму будем. Да, наверное, так и попробуем. Я его все равно не пробью никогда в жизни. Нажми, нажми эту штуку. Проиграл. Конечно, выиграл. Хорош. Че еще можно скоро взять? Бля, вот сейчас я тупо сделал все. У меня очень быстро нашел, я даже не успел под него попрятаться. Ну еще урона так как-то много появилось. Не, так это хер, мне надо фейзы, мне надо фейзы купить. Может даже не фейзы, а...
Я протупил. Ну блин, а по-другому никак, чё, он отвратный. И он сам первый раунд проиграл. Я как бы в этом не виноват. Победа после обеда, мужичок. Ты очень сильный, но я умнее. Сюда, лутик. Хорошо. Ну, за это точно лайк надо поставить.